Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал лидера КНР диктатором. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что после состоявшихся переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о диктаторе. Он диктатор в том смысле, что парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего, сказал американский президент. При этом Си Цзиньпинь выразил уверенность в светлом будущем отношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Также Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика возобновляют прямые военные контакты. Как вы считаете, предстоит ли в ближайшем будущем война между Америкой и Китаем? Обязательно напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Мы, конечно же, будем следить за новостями.